доброе дело. Ну а нам этому последовал пример наших праотцев. До революции совершался молебен на Флора и Лавра, на День памяти Флора и Лавра о всех православных ветеринарах. С окончанием царской династии этот молебен потерял свое существование. И сегодня мы с вами на самом деле являемся продолжителями этих традиций, которые за сотни лет после царской династии совершаются впервые на День памяти Флоры и Лавры, которая была написана к этому дню, икона святых покровителей Флоры и Лавры, мученики, которые были ветеринарами и пастухами лошадей. С этим праздником много связано с русских традиций. Ну, например, в этот день утром тщательно выкупывали животных, а именно лошадей, заплетали им косы на гривах и к обедне вели к храму, чтобы после молебна священник окропил весь скот святой водой. В советское время эта традиция была утрачена, но чтобы в людях не потерялась эта традиция, каждую осень в это время в колхозах совершается вакцинация домашнего поголовья. Всех животных сгоняют в центр деревни, где ветеринар ставит уколы. Но это как бы физическое лечение, а в то время проходило духовное. Весь скот окроплялся святой водой. Давайте же возобновим наши русские традиции, наши праотцев, чтобы они имели теперь продолжение в нашей деятельности, чтобы мы каждый год в этом коллективе собирались, совершали этот молебен и призывали Духа Святаго, чтобы Он помогал нам в творении наших добрых дел. Спасибо, Господи. Ты создателю всяческих Боже, дело рук наших славе Твоей начинаемая, Твоих небес, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, скорое заступление крепких Божьих, предстань благодати и силы Твоей, а ныне благослови, укрепи, и в совершение намерения благого дела рабов Твоих произведи. Вся боили, как хочешь, и яко сильный Бог творите, можешь. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. В Рождестве детство сохрани. Будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. И призри на рабы Твоя и на дела Твоя. Будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Господи, помилуй. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылай. Призри человека, любче милостивым Твоим оком на рабы Твои, сде предстоящие ко Твоему благоутробию верою припадающие, и, услышав моление их, благое намерение и дело, и благослови, благополучно начать и спешно, без всякого препятствия, во славу Твою совершите, яко всесильному Царю, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив, буди, Владыко, угри всех наших и помилуйны. Милостив Бой, человеколюбец Бог иси, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Отец и Создателю всяческих Боже, дело рук наших славе Твоей начинаемая, Твои. Дорогие братья,
братья и сестры, да будет вам известно, что эта икона теперь освящена, и в этот торжественный день обретения нового молебна святым мученикам Флоры Лавры дарится ваши клиники, чтобы они были вашими покровителями, помощниками и во всех ваших делах успешными молитвенниками. Благоденственные и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, всем для ныне трудящимся, и сотвори, и сохрани на многое и благая лето. Спаси, Христе Боже!